Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы начинаем сегодня сумасшедшие приключения Скрета в игре Ледниковый период. Новая игра, конечно же, я еще даже не начинал. И перемещаемся в забытый храм. Нужно искать таблички и статуи. Нам сейчас все расскажут, введение будет, когда эта игра только вышла, вот пару лет назад. Что-то там я пробовал ее записывать, но вот не пошло дело почему-то. Я даже ролик по этому поводу не выложил, но сейчас мне напомнили об этой игре. Я скачал ее заново, и давайте, в общем, с ней разбираться. Игры про бешеную белку Скрета. Классные, смешные. Посмотрим, как будет с этой. Добро пожаловать, храбрый воин. Твое подношение пробудило испытание скратозонов. Походу, его подношение, он просто орех упустил. Это было подношение. Давным-давно этот храм построили, чтобы укротить мощь 4 могущественных предметов, кристальных орехов. Чтобы отыскать самого могучего из воинов, кристальные орехи отправили в разные края света. В легендах говорится о поборнике, который вернет все орехи в храм и поведет скратозонов в золотой век. Честно говоря, я думал, что поборник будет повыше. С каждым найденным кристальным орехом ты получишь новые способности, которые помогут тебе в приключении. И судя по твоему озадаченному лицу, эта помощь тебе очень пригодится. Так, вот походу... Так, что-то с управлением мне как-то не совсем нравится. Как с управлением настраивается, надо будет подумать, может джойстик взять вообще. Хотя игра, в принципе, компьютерная. Так, что? Походу, батут. Бейс. Вперед, преодолей древние ледяные утесы и добудь первый кристальный орех. Вон там, он вдалеке, да? Ну, походу, если их всего 4, то нам всю игру нужно будет их как бы искать, да? Так, я попробую подключить все-таки джойстик. Так, подключил. В общем, первые там минуты я, конечно, поэкспериментирую с управлением. Так, что мне вообще делать? Естественно, нужно эти все кристаллы собирать. Чем больше я их соберу, да, тем будет лучше. Я отсюда вывалился, вот с этого телепорта. Так. Что здесь вообще? Вот первые кристаллы. Причем прям к ним подходить не обязательно, они притягиваются немного, да? Так. А сюда я смогу запрыгнуть? Или слишком высоковато? Да, высоковато. Росточком не вышел, как вот сказали уже. Эти вот хранители. Так, что вот это? А, это карта. Вот получается, здесь сколько уровней, да? Вон их сколько много. Я даже не буду считать, наверное. А, ну 16. 16, типа 17. Мне нужно собрать все фрагменты таблички и все статуи. То есть это просто у нас был телепорт. Так, а сюда как-то запрыгнул? А, нет, походу. Чтобы попасть сюда, нужно, наверное, что-то... Много кристаллов, да? Блин, пока засада, короче, с всех сторон. Так, а это что у нас? А, прыжок между стенами, да? Прикольно. Пиу. Такой звук. Блин. Так, какие-то ящики. Прыгнуть и... Вот так можно сделать. Вот я кристаллов заработал. Отлично. Так, а это что? А, это вот, наверное, фрагмент первый, который нужен, да? Так, мне вот это вот в воздухе зацепиться совсем не понимаю. А, вот бить. Ладно. Это получается такой небольшой, как секрет, наверное, был, да? Так, я этот кристалл эти бить не могу, это просто освещение. Все, можно не спуститься, здесь мне больше делать нечего. Вот как-то пока мне с управлением немного не устраивает, как оно все здесь происходит. Так.
Я не могу нормально по сторонам осмотреться. Все это так в движении происходит. Ну ладно, неважно. Раз все играли, я тоже как-то сыграю. Так, это ящики. Что в них вообще? Тоже кристаллы, да? Я вот не знаю, мне кристаллы нужно все обязательно собирать или не обязательно? Вообще во всех играх я привык все собирать. Ну, в всяком случае стараться так делать. А иначе вот как бы... Вот еще кристаллы, я туда допрыгнуть не могу, да? А как же так? Ай-яй-яй. А можно как-то зацепиться, да, типа? А, вот так можно прыгнуть. Но там же, типа, вот как-то писали, что можно зубами хвататься, да? Это бросок, это что у нас? Не совсем понимаю, ладно. Неважно, кусок еще один взял. Просто мне повезло, что я до него допрыгнул. Так, а там вода, лучше туда не соваться. Так, в кустах часто прячутся разные там сундуки. Так, что вот это? Мне вообще туда или туда нужно? Что вот? Тут нужен желудь, наверное, чтобы туда перейти, да? А желудь я еще никакой не находил. Интересно. Ладно, пока буду идти туда, куда вот есть доступ. Ой, как же так, подождите. Да что ж я на него не допрыгаю. Ведь каждый раз управление сразу со стороны, мне вот это не очень нравится. Тем более, я не сильно привык играть на джойстике. О, там вот, кстати, видите, пропустил ящичек. Блин, можно же так сделать. Можно просто было ударить. Так, там еще кристаллики. О, а вот там, смотрите, видите, прямо на скале ящики. Как до них добраться? Так, вот еще один осколок спрятанный. Прикольно. Походу, туда никак не доберусь, да? Ну, в теории можно как-то в будущем, наверное. Вот как мне поменять вид? Блин. Я не вижу ничего. Видите, я упал просто. А, я упал, и получается вот место, где я возвращаюсь, да? А вот я здесь ходил, получается... О, видите, так можно забираться, да? Эти ящики вот я не взял. Ну и ладно. Быстрое перемещение было. Так. Так что ж такое? Нужно понять, как вот перемещаться. Может, какой-то есть там двойной супер-пупер прыжок? Или так все время нужно хвостом махать, чтобы перемещаться? Так, ой, промахнулся. Блин. Так, что это? Это... Точка сохранения или как? Она, наверное, активировалась, да? А перемещаться, прыжок от стены, отскок от стены и прыжок. Не совсем понял. Ой. А эти кристаллы можно бить? Нет? В общем, ясно, что ничего не ясно. Туда я никак не залезу. Может, в будущем у меня будет двойной прыжок, потом можно будет, да? Получается, я кристаллы собираю, вот у меня какая-то шкала растет. То есть шкала, типа там, ну, не знаю, опыта или кристаллы сбора. А, это я лесную долину перешел, да? А интересно, это вообще как... Это уже следующая локация. Но мне не нужна она, слушайте, не... Я хочу... Обратно в забытый храм. Тут мне как бы вот сегодня миссия. Успею я там еще. И причем, смотрите, опять, кажется, появляются эти сундуки. То есть, получается, а количество кристаллов, видите, собирать можно неограниченное количество. И опять вот здесь как бы вот кристаллы появились. То есть я их только что собирал, они опять на месте. Так что я так понял, переживать за то, что если где-то пропущу какие-то кристаллы, не стоит. Так,
Я ходил направо сейчас, сейчас пойду прямо. Потому что, ну, следующую... А, хотя, по идее, отсюда должно идти 4 дороги, да? Вот сюда уже нормально запрыгнул. Получается, сюда я не пошел, я пошел направо. Так. Опа, это что такое? Ого, норка. Не понял. А что не получается? А, нажимать надо, видите? А я нажал и держал. Вот он еще один фрагмент нашел. Ха, супер. Так, подождите, а дальше ничего нет? А, ничего. А я думал, я сюда смогу пойти. Короче, засада со всех сторон. Там я был, там нужно что-то еще. Мне нужно понять, как мне перемещаться через эти порталы. Вот здесь. Ну или не портал, или батут, или как их назвать. Почему он не активируется? Не-а. Наверное, я чего-то пока не нашел все-таки. Мне бы туда как-то запрыгнуть. О, кристаллики. А я же сюда ходил, да? Да, я ходил сюда. Не, никак я сюда не запрыгну даже. А, подожди, может отсюда вот, гляньте. Не, никак. Даже вот так с помощью этой метелки, елки-метелки. Блин. Меня не оставляет выбора. И сюда нужен кристалл. Придется идти вот в эту долину. А чтобы было быстрее, я могу через телепорт в нее пойти, да? Я думал, что я тут должен все найти, но здесь я, походу, уже никуда больше идти не могу. Только вот дальше такой путь. Все, переместился в длинную долину. Да, здесь всего 4 фрагмента таблички и одна статуя. Так, ну что ж. Начнем. Не хотелось сюда идти, ну ладно. А враги постараются тебе помешать. Дай им отпор своими атаками. Камера, прыжок, атаки. Атаки, атаки. Мне интересно, что будет, когда я соберу вот эти, вот шкалу заполню. А, с кристалликами. Атака. X, комбо, вращение в воздухе, топот. Я понял. О, комбо, это интересно. Мне до них допрыгнуть еще сначала. Ой, блин, я же допрыгнуть. Проблема. Что-то мне это управление пока не устраивает. Я не могу ничего сделать. Короче, ладно. Ага. Все, подбил их, хорошо. Ну, может, разберусь все-таки. Так. Я с управлением. Так, это жизнь типа пополнила, да? А что дальше? Там я ничего не пропустил. Плохо, что вот когда ты находишься здесь по сторонам, тяжело посмотреть. Приходится вертеться на месте и терять время. А, вот здесь еще какой-то путь, наверное. Что-то скрытое. Ого, мамонты. Так, еще кристаллики. Туда я пока перебраться, наверное, не могу, да? Ладно. Так, это просто получается, я думал, тут какой-то фрагмент будет опять. Мне просто кристаллов подогнали. Так, полезли. Ой, как светит солнце прям. Так, все, загорелся. Телепорт. То есть, в принципе, я могу вот к нему подходить. Нет, не могу. Это контрольная точка, это не телепорт. Если меня убьют, я здесь воскресну. А именно переместиться отсюда нельзя. Так.
получается, можно сюда за ящиками сходить, можно покупаться еще, пока за ним иду. Вот видите, он камеру не перемещает, блин. А там еще пропустил вот сундук с желудями. Вот я же купаться можно. Можно было вот так зайти. Опять чуть не скупался. Ради этих кристалликов. Ладно, тоже дело нужно покупаться. Сам он не покупается, я ему помогу. Оп, успел. Так, а там опять жуки. Оп. Ду. Что они там разноцветные, наверное. От их цвета зависит их мощь, типа, да? Так, а что здесь нарисовано было, подождите? А, наверное, просто для красоты, типа, да? Всякие там письмена. Оп-оп-оп. Так. Ну, точно сюда. Видите, они разные по цветам получаются. Все, раскидал. Так. Меня пока больше всего забивает управление. Не совсем оно для меня удобное, вот. Это меня, конечно, огорчает немного. Так. Ползем дальше. Куда, куда, куда? Ого. Так. О, боже, да, наша летающая белка. Он, летающая белка. Прыгай. О, подожди, там какая-то пещера была. Это я могу перепрыгнуть? Да. Что, просто так? Нет, не просто так. Статуя, статуя, да? Вот, статуя. Та, которая была на карте. Вот. А ты есть какая-то карта, можно глянуть вообще? Не знаю. Повторяю смертельный номер, даже получилось. Вот так. Можно, в принципе, их бить. Можно прыгать, как бы, ну, мне удобнее прыгать, потому что пока ты прыгаешь, тебя они не ударят. А пока ты бьешь их, тебя тоже могут ударить, по идее. Так, точка. Сохранение. Интересно, туда наверх можно? Камера R. Я не помню, что за камера. О, кстати, можно в них еще и кидать, да? Ну это потом. Ой, куда я прыгнул? Может потом нужно будет что-то именно. Ого, они какие-то разноцветные. Полосатые уже. А ты почему не выбился? Так, вроде как порядок. Туда вверх, наверное, не смог бы пойти, потому что туда, где можно идти, она вся серенькая, я так понимаю, да? А желтые это вот те камни, на которые нельзя этот, попасть. О, это вообще, гляньте, уже другой жук. Так тоже, в принципе, можно. Они вон там танцуют вокруг. Что, нет, ты еще живой? Ты сколько ж можно тебя бить? Любят они ящики ставить в кустах. Ай, ну ладно, так. Что дальше? Тут жизни, типа, я повоевал с ними. У меня должны были жизни отняться, но не отнялись. О, там какие-то надписи. Опять точка сохранения. То есть, что это? А, мне нужно... Вот, видите, они там нарисованы два символа. Мне нужно сделать такие же. Вот как раз понадобится и этот. Как же мне... А, вот так, да? Так, бросок... Вот.
понял. Что-то я не то сделал. А, нужно просто по двоим попасть. Я думаю, нужно, чтобы на одной стороне был такой, на другой такой символ. Так, вот еще один осколок, да? Как вот спрятали уже, серьезно. Конечно, долгая игра. В любом случае не получится быстро. Так, а снизу там можно повоевать, да? Так, могу пойти сразу через эти бревна вон на противоположную сторону. А вдруг тут что-то интересное. Вот здесь, по идее, должно было что-то лежать. А почему не лежит? Так, тут тупик. Я думал, может тут что-то есть, нет? Какой-то звук был. Слышали? Блин, непонятно. Как будто что-то выдвинулось. Или он-то, может, мамонт там ревел. Это уже два. Странно. Сюда тоже можно, да? То есть я сократил, можно было с этой стороны вот забраться, вот тут есть. А можно с той, ладно. Ой. Блин, это направление меня добивает. За него часто падаешь куда-то там. Да, вот опять этот звук только что был. Появляются такие мамонты. Так, вот там опять орех. А, вот это какой звук, тю. Я думал, это мама, ты думаешь, ну как-то что-то выдвигается, я же говорил. Вот это. Глыба выдвигалась. Так, так, давай, бери. О, кстати, подождите. Я собрал все кристаллы, что мне дало? Уже они что, не собираются? Серьезно, ну уже шкала. А, нет, заново началось. Я просто не понял, то есть это может дополнительная жизнь там или что? Что мне это дало? Ой, куда я? Откуда я сейчас? Блин. А, походу, тут тоже кристаллики. Давай, давай. Ай, поздно. Так, ладно. Если я на ровной поверхности так с трудом прыгал, то, блин, здесь вот будет вообще тяжело. Капец, не дождался буквально секунду. Ай-яй-яй. Ехал, ехал, вот, блин. Все камера, то есть, видел бы я по-другому немного камеру. Я бы как бы, ну, уже бы не стал раньше ехать. Так, это вот здесь. А представьте, на этих парящих, как будет тяжело прыгать мне. Вот она остановилась, теперь надо идти сюда. Так, ну-ка. Полезли. Порядок. Точка сохранения активирована. Так. Тут я уже жду. Я вот пока все-таки не пойму, что тут за кристаллики. Может, какие-то улучшения потом можно будет делать. Есть такое. Ой, чуть не съехал в пропасть. Подождите, я сюда никак не могу запрыгнуть, гляньте, вот. Пойдешь. Если бы я туда запрыгнул, там может что-то интересное есть. Или, возможно, здесь нужно будет проходить игру по несколько раз, вот. Когда у меня какие-то новые способности откроются, тогда вот. Проходить эти участки еще раз, и тогда уже двойными этими прыжками, там, если они будут у меня, то смогу уже
попадать туда, где раньше не мог. Ой, что здесь сразу? Я что-то даже не видел. Вот видите, я туда... Как я туда запрыгну? Да никак, наверное. А-а, никак. Потихоньку к джойстику привыкаю, то уже так... Даже в воздухе немного управления меняю. Направление движения, точнее. Главное не зазнаваться. Так, точки сохранения уже на каждом шагу. Так, а по идее там внизу что-то должно было быть еще. Мне так кажется. А, почему ты... Он так взлетает прямо через всю карту. Я еще хотел там внизу что-то глянуть. По-любому там запрете должно что-то быть. Или живучие раньше. Вот здесь, мне кажется, что-то должно быть, нет? О, да. Как всегда. Так. Стервятники сидят. Так, что-что, кристаллы я сегодня собирал. Хорошо. Пусть остальные цели не сильно выполнил. Так, ну вот опять внизу, там видите, там ящики есть. Смысл мне сейчас прыгать по этим всем дронам, если мне нужно внизу сначала там пособирать. Хотя не так уж и много, всего внизу было. Только один ящик. Все же, не меняя камеру, я уже могу, в принципе, прыгать более-менее. Научился с помощью джойстика, потому что я мало вообще играю. Мало таких игр, которые на джойстике нужно играть. Чаще всего на эмуляторе, поэтому джойстиком тяжело управляться. Хорошо вообще, что оно у меня есть. Так, там я был. Там никуда нельзя пройти. Фух, чуть было. И мне нравилось больше их бить вот так вот. Надежнее. А то вот рукопашную прошлую попытку поиграл. И вот уже жизнь отнимали. Хотя так немного быстрее. Вот. Откуда ты взялся? Так, а вот здесь еще один фрагмент, да? А, для начала нужно этого гада подбить. Все, а теперь можно уже и вырывать. Есть. Так, идем дальше. Получается, я два фрагмента здесь нашел уже. На этой поляне и... Вот опять же, видите, тут кристалл. Как мне? Может, нужно кинуть просто? Что-то как-то. А ну. Да не, навряд ли. Не. То есть я не могу туда попасть банально. Может, я просто чего-то пока еще не понимаю? Или может, у меня должен быть один кристалл вот этот, который... кристальный желудь. Чтобы я мог попадать вот в такие места. Ведь на них же так и нарисован желудь. Просто вот я прохожу мимо, я понимаю, что я там что-то не возьму. Это обидно. Об этом я смогу узнать только вот немного уже позже. Когда первый кристальный желудь найду. Но я сомневаюсь, что это будет сегодня. А, да, видите, дальше уже каскад водопадов. Обалдеть. Так, я хочу просто глянуть хотя бы элементарно на этот кувырок. А, как кувырок? Секундочку. Какой кувырок? А, я не пойму. Кувырок. Я не понимаю, как. Как кувырок делать? Не, у меня нет такой возможности. Капец. Так, вот, получается... Да, блин. Получается, вот здесь я собрал только два фрагмента. Получается, второй и четвертый я пропустил, зато статую взял. Ну, а здесь понятно, что я пока ничего еще не брал. Так, каскад водопадов. Ну, вы знаете, наверное, каскад водопадов все-таки я буду уже начинать... Что с такой, блин?
как видно, сделать нормально. А в следующем нашем выпуске для первого раза получасовой обзор хватит. А поэтому буду с вами прощаться. Если вам эта игра понравилась, не забудьте поддержать это видео своим лайком. А давайте свои советы, можете рассказать там про эти все места, которые я не смог добраться. Просто я не знал как, или действительно они пока у меня недоступны. А, ну, в любом случае, будет продолжение. Так что оставайтесь с нами, пальцы вверх, до новых встреч. Пока-пока.